себя хотим защищать. Ну вот. А они хотят просто разбить это. Вы готовы гарантии какие-то, да, чтобы... Гарантии для чего? Они... Мы не нападаем на Россию, не собираемся на нее нападать. Гарантии что? Мы в НАТО? Нет. У нас есть ядерное оружие? Нет. Что я должен сказать? Кому я должен что-то дать? Вы понимаете? Дело в том, что это же тоже информационная бомба, про которую все говорят. Что отдать? Господи, что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти? Сядь со мной за стол переговоров. Я свободен. Сядь со мной. Только не надо 30 метров, как с Макроном, Шольцем и так далее, как их принимают. Я ж сосед. Меня не надо на 30 метров держать. Я не кусаюсь. Я нормальный мужик. Сядь со мной, поговори. Чего ты боишься? Мы никому не угрожаем. Мы не террористы. Мы не захватываем банки. И не захватываем чужие земли.